Всем привет! Ну вот, всеми ваш любимый и уважаемый президент приказал всем умереть за все его интересы. Объявил мобилизацию частичную. Слово «частично» ничего не значит. Все умрите, все пойдите и сдохните там, где вас никто не ждал и не ждет до сих пор. Всех, кого он мог, он уже освободил. Кого-то от дома, кого-то от брата, кого-то от сестры, от бабушки, от дедушки, от папы, от мамы. Всех освободил, но его никто об этом не просил. Путин – это зло, всемирное зло. Спасите себя, спасите своих близких. Сейчас никто их не спасет, кроме вас самих. И себя спасите. Как? Сложно сказать. Когда мы вам говорили о том, что это вас ждет, это нас ждет, это нашу страну ждет, весь этот ужас и страх. Когда началась война, я думала, люди наконец-таки все поймут, решат и выйдут. А здесь уже прошло более 7 месяцев, как идет война. Все пытаются закрыться и спрятаться, защититься. Но от чего? От себя не убежишь. Призываю всех не идти на эту бойню. Ни в коем случае не отправлять своих родственников. Что бы вам это ни стоило. А если вы не хотите это понять, то посмотрите просто на своих детей, внуков. Посмотрите им в глаза. Это дети, которые хотят жить с папой. Хотят, чтобы у них была мама, папа, семья. Ну, если не хотите ради себя, то ради своих детей. Останьтесь живыми. Скажите «нет войне», выходите. Остановите эту мобилизацию. Либо, проще говоря, могилизацию. То есть, сами все понимаете. Все, всем пока.